Всем привет! Вы попали на мой канал YouTube «Самый быстрый способ изучения корейского языка». С вами учитель корейского языка Соня. 안녕하세요! 한국어를 배우는 가장 빠른 방법. 한국어 선생님 Соня입니다. В этом видео мы с вами будем проходить интересный корейский сленг тимик Так что, если вы хотите научиться говорить по-корейски, как настоящий носитель корейского языка, то не переключайте и оставайтесь со мной. Друзья, вы раньше попробовали корейскую жареную курочку? Это невероятно вкусно. Тем более, по сравнению с другими вкусными блюдами в Корейке, жареная курица не так дорого стоит. И вы знаете, жареная курица в специальном сосе просто бомба. И этот невероятный вкус корейской курочки также удивляет иностранцев, и даже в Корее, в городе Тэгу, ежегодно проводится фестиваль курицы, и говорят, что в прошлом году примерно 200 иностранцев посетили этот фестиваль и попробовали корейскую жареную курочку. И вы знаете, корейская жареная курица стала еще известнее благодаря корейскому сериалу ⁇ Пяоресау-ун-кве Человек со звезды ⁇ И вы знаете, Героиня этого сериала очень сильно любит корейскую курицу и часто ест ее в сериале. И это сериал «Человек со звезды» пользовался супер большой популярностью в Китае. Вот поэтому некоторые китайские туристы посещают в Корею, чтобы просто попробовать жареную курицу, которую ела героиня этого сериала. Так вот, тогда вы можете сразу спросить у меня, вообще, как называется жареная курица в Корее? Это блюдо называется как чикин, 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 да. И вы знаете, тикин это уже дух корейцев. Корейцы едят чикин и в беде, и в радости. Вы можете увидеть в Корее, что э, во время проведения чемпионата мира по футболу все болельщики футбола собираются в кафе, где продают чикин. Вот таким образом Чикен является партнером жизни корейцев. И знаете или нет, корейцы очень много пьют. Для корейцев алкоголь это как соль. Можно, конечно, без него, но без него невкусно. Вот поэтому корейцы едят чикен обычно с пивом. И на самом деле, как вам уже известно, пиво это один из самых недорогих алкогольных напитков. Вот поэтому Тиккин с всегда утешают усталые корейцы в конце дня. И так как корейцы очень часто едят и много едят тиккин с пипом", у нас в Корее появился новый сленг. Это тимик. Тимик. Сокрашенные слова от тикин и пипа. Бекчу. Тимик". тимик. И тогда, друзья... Давайте вместе посмотрим, в каких случаях используется наш сегодняшний слинг тимек. Соня, А, И, друзья, слово тимек часто используется с рядом глаголов. Вот, например, у нас есть такое слово Тимекада. Тимекада. Что имеет такое значение, как есть курицу с пивом. Так что хочешь со мной есть курицу с пивом, это на корейском будет. Тимекале. Тимекарогале будет легко и просто. В завершение я бы хотела сказать, что тимекада это сленги, так что вам лучше использовать их с друзьями только. Тогда, друзья, на этом я заканчиваю. Так что, если вам понравилось общаться с этой корейской подругой, либо вам понравилось видео, не забудьте подписаться и поддержать меня лайком. Так что, целую, туманная, нянь!